Приветствую вас, земляне. С вами снова сенсей. Нарыл игрушку, тут ранний доступ. Показывать нечего, вы сами знаете. Как вас развлекать, тоже не знаю. Перешел на все старье. Вот ранний доступ, смотрю, что-то может вам понравиться. Но не забывайте, поддержите меня, подписывайтесь. Заходите на мои каналы. Буду благодарен. Пишите, какие игры вы хотели бы посмотреть, чтобы я прошел и так далее. Игра, значит, сегодня игру я покажу вам. Я ее не видел. Только вот в меню вошел. Давайте вот. Называется она вот так. Наверное, скорее всего, вот так может быть. Путь, ну кого-то путь кредиторов каких-то, черт его знает. Давайте посмотрим. Может, нам и понравится. Заливать я уже не знаю чего. Меня мало кто знает, поэтому никто мне не сообщает, не пишет, чтобы я мог что заливать. Какие игры вы хотите видеть, я не знаю. Вот приходится выбирать, что есть. Уже не знаю, во что играть. Там столько игр, и все только начатые. Вот черт какой-то тут. Чертом будем играть. Давайте это не будем ковыряться, потому что меня всегда раздражало, когда какой-нибудь обзор смотришь, начинают там внешний вид, всякую хренотень. Характеристики вот надо посмотреть. Как правило, вот здесь, наверное, как раз и надо прибавлять все. Мы каким-то боевиком играем. Давайте боевика прокачаем. Уклонение, значит, здоровье, да, стойкость. Вот это тоже нужно. Скорость восстановления. Так, сколько у нас там? Давайте по одному добавим, да? И здесь черпанем. По одному. Так. Они. Кто это они? Кто это они? Об чем разговор-то? Хорошо, что HDR я не добавил. И так все красно. Мелочь какая-то для перевода. Тактические бои союзников, противников. Кельтского солдата, честь, дисциплина. Ну не знаю, что тут сейчас посмотрим. Смеется. This will be their first encounter, so he needed plenty of soldiers at his side to help, just in case. Значит, нарядил он отряд повидать каких-то богов, что ли? You were one of those chosen for the mission. Not all of us went along. Someone has to keep the peace while the king is away. Plus, we know you've got a handle. Вот охранницу оставил он там. Whispers drift on the cool breeze as it wafts over the sea. Could it be that the one who will guide us to a new world? Значит, эту игру я качал. Could this be the first? Уйму времени она вообще занимает. 20 гигов я качал. 20 гигов она, прикиньте, весит. Еще устанавливается, блядь, минут 30, наверное. Этот ГОК, конечно. У них такие установщики, блядь. Наверное, одно ядро, блядь, работало. Просто не двигалась эта загрузка. Ну, понятно, они не продвинутые, как Steam и так далее, потому что все, можно сказать, бесплатно. Но загрузчикам надо что-то делать, потому что это не дело. 20 гигов я ждал, бля. Я думал, там всего на 30 гигов-то игра. Кстати, я даже не посмотрел. Мой корабль. Is there anything you need? No, no. I've been looking forward to this day my entire life. Имена эти вообще беда. The moment I finally meet the Tuatha De Danann.
the moment we finally blend our worlds into one. As have I. Though you might have to stop me from putting my foot in my mouth. Meeting my gods, my heroes, it's a lot to take in. I don't have to do any of the talking. Or convince them to treat you like an equal. That's my job. For that, I'm grateful. Are the others away? That new soldier woke even before me. The others are beginning to stir. What about my son? Do you want the honest answer? Or, He's fast asleep, isn't he? He didn't go to bed until about 2 hours ago. I'm pretty certain he's still drunk. Oh. I asked you to guard him. Watch over him. I know, but... Perhaps the prince should remain here on the ship during our negotiations today. Then how will he learn? Well, not from you. Ну, пока ничего, я вообще тут ничего не уловил, какая-то дрень. Ouch. В разговоре какая-то муть. The whole time. Вообще, я не очень люблю эти субтитры. How do you feel about meeting the gods today? That's the spirit. I'm right here with you. Поехали они там с богами биться, короче, да, вот ждет не дождет. Not just yet. Allow me a few more moments alone to enjoy the stars on the horizon before the sun washes them away. But of course, my lord. Shall we? Поносник запел. Я так и не понял, какая-то РПГ, что ли, стратегия или еще что-то. Так я мельком посмотрел. Что-то там вообще не пойму, что. Что-то ругают саму боевку. Пока год смотрел, что-то я так и ни хрена не понял. Но обновление только вышло, поэтому смотреть своими глазами. Yes, Armagan, we know you ship rainbows. Только яйца, короче. Stop bragging to the new kid. But not all of us have had thousands of years to perfect our craft. You're right. Some of us learned to shut up before we turned 30. Be nice, my dear. The sun hasn't even risen yet. Yeah, because nighttime is when no one ever does or says anything. Что, озвучка сделана профессионально, что? You're insufferable. I love you too. Sustenance has arrived. Oh, thank goodness. I am positively famished. You ate more than anyone else at dinner last night. Yeah, I worked it all off. Okay. Egg time. Yum. We have to wake up the prince eventually, but he's not going to be happy about it. Nope. Absolutely not. Такие зажравшиеся сравнения. Матерь Божья, какое управление здесь? Может быть, что-то и мышка, да? Что-то не всасываю ее. О. Как опустить? А, надо просто нажать вот так. О. Че, калякать сегодня не надо, что ли? Точно надо совсем... Only the greatest place in the world, Greece. All true heroes need to go on a life-changing journey, like Odysseus. In order to grow, we must leave our homes and face unknowable dangers. This is my quest. Don't get me wrong, I am already a hero, but I could use a better story for the history books. I'm the best hand-to-hand combatant in the world. I've been training since I was a small child. No one can defeat me. You're safe as long as I'm nearby. You would be жирный, too, короче. If you'd spent 27 years chiseling your body to absolute perfection. I've earned this. I'll flaunt them as I wish. Че, еще тут вопросы?
Я говорю, надо со всеми тут сейчас встречать. Well, I've been an archer and a general for the king for over a decade. My speciality is in planning and spotting traps. We're not expecting any funny business, but just in case, I should be able to take care of it. The capital. I'm part of the royal family. King Ith, I'm his cousin. It's not the only reason I became a general. But I won't pretend it. Значит, тут у нас это Шварц, а это какой-то генерал. Эромон и Эберфин are right behind Prince Lugaid in line for the throne. My beloved late wife was Ith's sister. Yeah, she was my cousin too. Зачем вот это мне? Royalty. No, we don't know each other that well. I'm a middle-aged widower. And she's a beautiful woman with more knowledge than I could acquire in 20 lifetimes. Oh, we've met up dozens of times over the past few years, but... Ну, все это неинтересно, какая-то хренотень. Lugaid? По крайней мере, мы как бы пока присматриваемся. Возможно, зацепит, так почему бы и нет, тут все разузнать, узнать так. We're also fabulous. And stunningly attractive. I personally am unusually skilled at magics, lost to all but the most educated. Because my skills in the negotiation and persuasion departments are, shall we say, oh, no, I'm not going to be humble about this. I'm a damn good talker. I hold a high. Как глоток воды, это вот озвучка. Сейчас все эти игры, они вообще никакие не озвучивают. I've watched nearly 100 generations of human rulers. Сделан пока так неплохо, на первый взгляд. Beyond your comprehension. Morians. We're the best. Okay, fine, that's not true. We mostly live underground, in the dark, so that's not the best. We are immortal and do have a lot of gold, though. So... Not just that. I check so many necessary boxes. I'm a powerful sorceress. I know more about the Tuatha than the entire Druid College combined. I'm an important representative of the Morian culture. And I'm charming as fuck. Ah, anything I want. I'm joking, dear. Taliesin is a powerful, handsome man. We have a nice time together. Все, кто там еще? Все, шоблот это закончилось. Так, как это, как удалять, я понял. Как камеру крутить? Я просто, вот. Просто с этими кнопками сейчас разбираться нет смысла, потому что вы игру хотите смотреть, а не смотреть, как я тут корячусь. Как правило, начинает там настраивать, подстраивать и так далее. I've lived there since I was a kid. Oh, yes, I could go on about it forever. It's my favorite place. I was found to have talent and brought there to study. Imagine all the smartest people in the world, all in one place, all trying to get smarter. Everyone devout, excited, hungry for knowledge, power. It's exhilarating. And now they put me in charge. It's almost too good to be true. Yes, I am. There are gods, the Tuatha De Danann. No one knows more about them than the Druids. I'm arguably the most necessary person here. We study their magics till our fingers bleed from turning old pages. Yes, well, he's an idiot. I mean it, he's a total dipshit. He's a party kid. He doesn't act like a prince. The king is so devoted to helping him try to get his shit together. And then I got stuck babysitting the little fucker. He's not my favorite. We like giving each other a hard time, and she can be overly dramatic for my taste, but I respect her. Ну ладно, хватит тут лопотать, давайте это в бой пошлите. Может, мы играть-то не будем. Все, давай, чего надо? Кому надо тут что? Навалять? Тебе что ли? Жены, чё, всё, поговорили мы с тобой. Пошёл вон. Так, раз.
А где этот чертов принц? Какую-то комнату можно отсходить? Так, что там на карте-то? Как открыть-то? А, вот. Правой кнопкой открывает. Может быть, налево и перенести как? А то сейчас привыкнешь к этой кнопке. Потом перенесешь уже. Все Your Highness, Prince Lugaid. Идиот. If he ruined my favorite cloak, I'm gonna feed him. Ah, go easy on him, Amagin. Maybe he'll be better at holding the throne than holding his liquor. At his age, I was already an established professor. We already know you're a freak. No need to brag. Yeah, bragging is my thing. Everyone, we're here. Our scouting boats have finished surveying the beach. We should be safe to land. But it's strange. There were no people to be seen. They're not exactly people, Taliesin. They're gods. I know. Our gods. But do they not walk on the ground? Do they not bend twigs when walking past trees? What do you mean? There's nothing. Nothing at all. I'm done with this. Что там такое? Берег они влупились. Father. Why are we giving them presents? You're the king. They should be given tribute to you. We are emissaries of peace to a people more powerful than any of us can understand or even imagine. This is a privilege. Well, I'm sick of privilege. So are we. Excuse me? How's that hangover, Your Highness? I can't believe you made me share a cabin with this. This. Speak, child. What am I? Enough! I have done everything in my power, both as your king and as your father, to prepare you to carry the crown. You're an adult now, and your mother and I, we don't know what else we can do. When we return home to Galicia, I'm calling together the council. Я, конечно, не очень любитель вот этих больших разговоров, особенно когда нет озвучки. From now on, you will address me as your majesty. Stop gawking and get back to work. Наконец-то болтовня закончилась. Так, что там у нас? Блядь, шрифт, конечно, такой, блядь, ублюдский, блядь. Где он, король-то, вонючий? А это что за змея? I remember my first quest aboard this ship. It was nearly the end of me. That was thousands of years ago, of course. Since then... I've become an accomplished warrior. If you're looking for combat training, I can teach you some of what I've learned. Давай-ка посмотрим. Let's begin. In order to fight effectively, you'll first need a weapon. Pick one from that crate over there. Из какого ящика-то я чуть не понимаю? Вот из этого? See, you've got a weapon equipped. Let's start with the basics of combat. Так, что такое, не пойму. Левка, так, чтобы выбрать противника. Вот этого что? Нет, мне надо наоборот, конечно, сделать. Атаковать правой кнопкой. Что-то как-то не так. Ну ладно, пока оставим. Ну что ты подбежал, что ты будешь бить-то? Или надо вот эту штуку сделать? Я щелкаю, блядь. Он что-то не атакует у меня, мудак-то. Он подбегает правой кнопкой, а? Так. Дурила ты, вонючая, картонная. Вот так можешь сделать.
Правой кнопкой атаковать. Ну, чего ты не бьешь? Чего ты медлишь, ты уродец? Смотри-ка, я даже не знаю, как тут, что тут сделать. Он не хочет атаковать, и все. Ладно, подождите-ка, сейчас мы другую дрянь подключим. Посмотрим, что тут за хренотень такая. Атаковать, а. Он не атакует. Сброс цели. Понятно, нахуй. Блюдки, нахуй. Как отсюда выйти? Теперь я ничего сейчас не смогу здесь сделать, да? Только надо выполнять задание. Как его сбросить? Он почему-то не бьет. Он не бьет. Вот вам ранний доступ. Что тут надо сделать? Это что такое, блин? Так, куда ты можешь, я просто не попадаю, надо куда-то обязательно. Вот сюда бить-то, да? Че надо-то еще? Козел ты вонючий, блин. Почему не бьешь на него? Жердяй. Я что-то вообще даже выйти-то никуда не могу. Может, какие-то кнопки еще задействовать? О, камеру нашел, где поворачивать. Да, с управлением что-то они тут перемудрили. Почему? Вот смотрите, он встает, подходит, а бить не бьет. Так, а как мне в меню-то попасть? Меню тебе. Блин, зачем я это обучение вы? Я что-то вообще ничего не могу сделать. Ты смотри-ка, блин. Так, ребят, блин. Может, кого-то надо найти, подойти, поговорить. А что за рывки такие? 60. У меня загрузка. 60 кадров, блин, какие-то рывки. Туда он не идет. Надо обязательно что-то тут сотворить, это чучело. Вот он сам бежит, должен ударить сейчас. Эскейп не работает, блядь, ёпта. Я вот, если кто смотрит меня постоянно, да, я всегда говорю, вот это вот обучение, это, блядь, какие-то безрукие ублюдки всегда делают эти вот обучения говенные, блядь, говнище, блядь. Пока что-то не сделаешь, ты из этого говна не вылезешь, блядь. Как там это, я какой-то подводной лодке, подземной лодке, блядь, такая же дрянь, блядь. Предмет лежит, пока его не возьмешь и, блядь, и опять не положишь. Все, она повисла нахер, все. Ничего не хочет делать. Эх ты, как-то ударил он. Че, может быть, с этой стороны надо было зайти? Ну-ка, подожди-ка, ну. Хорек ты вонючий, иди-ка сюда. Да перестань, блядь, бить. Он все, он зациклился, блядь. Он зациклился. А может, как-то вот так вот связано с этим вот? Че это такое вообще вот это вот? Квадратик. Что-то жизнь, смотрите, в обратную сторону пошла. У кого... Это что это такое? Вот? Пробел, да? Чтобы перейти. Угу.
Ну, чего? И опять убрать. Now I'll show you how to command your companions and give them individual orders in battle. You can learn more about different levels of control in the codex. Ну ладно, это все понятно. Давайте это пойдем дальше. Ага, вот оно что. А я на себя если нажму, ничего так. Куда он бежал-то это? Чертил-то, блядь. Опять у меня что-то висит и не хочет ничего делать. Опять, может быть, тут... Куда он убежал-то этот хорёк-то, блядь? Сука, водичка-то это куда убежала? Что-то с обучением тут вообще какой-то затык. Так, пауза, может, нет. Мне что-то это не нравится, то, что это. Тут какой-то глюк, блядь. Что это такое загорается, вот красненько? Может, теперь она не работает? Вы видели чудеса какие? Так, давайте это, как ее? Давайте, может, совместимость надо вальнуть. Попробовать. Потому что что-то вообще глюк на глюкину. Вот такие дела. Под видео заходите там на мои каналы по ссылкам. Посмотрите, может, что-то заинтересует. Как установки самой быстрой сборки, посмотрите. Я сейчас на этих сборках сижу. Все отлично работает. Ну, конечно, не в таких играх. Кривых. Все идеально работает, она не растущая и просто обалденная. Так, отсюда я так понял, я выйти не смогу, да? Вы видите, он какими-то рывками, сама эта дрянь-то у меня рывками какими-то. I see you've got a weapon equipped. Let's start with the basics of combat. Так, оружие взять-то как я что-то не знаю. Он сейчас опять начнет умничать. Точно. А может, нет? И с этой стороны я заходил, да? Давайте попробуем с этой стороны. Может, он с этой стороны будет бить. Нет, что-то вообще не опять такой же глюк. Правой кнопкой, чтобы атаковать. Так, я вот сюда вот отбегал, да? Вот он так же бегает, вот, все. Че надо-то, я не пойму. Может, надо вперед держать как-то? Может, я что-то не попадаю, может, в башку ему метить? Может, в самого в себя, блядь, выпукнуть? Что ты за козел-то, блядь, вонючий, гоблин, нахуй? Давай, бей эту тварь-то. Может, я вот так что-то переставлял. Вот что-то начал лупить, да, и вообще и без остановки начал колбасить ее. Атаковать ее. Ну бей, блядь. Козлёнок, вот жопой поворачивается, кривая. Блядь, что же с игрой-то случилось? Ну чё, сейчас опять будет ошибка, наверное. Ничего не дает, ни X-Gate, ничего не дает, да. Не выйти никак. Не бьет он ни черта, блядь. О, начал бить, да. Let's try some tactics, shall we? Пробел. Нажимаем и на эту дрянь. Ну чего, блядь? А, потом выйти, ну.
Now I'll show you how to command your companions and give them individual orders in battle. You can learn more about different levels of control in the Codex. Так. Так вот там и ругали, говорит, боевка вообще какая-то. Он, видите, он убежал, он в другую сторону. Он должен атаковать, бежать. А этот хорек вонючий, блядь. Мерзота, блядь. Куда-то убежал в другую сторону. И я не могу ничего делать. У меня ничего не делается. Вот эта игра и устанавливалась, хуй поймешь как-то. Мерзость-то эта убежала. Куда она убежала? У меня кнопки не работают. Вон он куда убежал. Куда ты убежал-то, бык вонючий? Иди сюда. Так, значит, сохранение я другое загрузил. Нахер. Бросил там эту затею. When I'm hunting down prey, once when I was stalking a lion, I followed him into his den, convinced I was about to slay the largest beast. But I, he had a whole lip. Ну все это нам не интересно. Так, что там надо с кем поговорить? С королем Итом, как Итом? Так, а название-то есть тут на них? На этих дураках-то, блядь. Я не вижу. Так, а я хотел поменять эти кнопки, блядь. Журнал, вон, смотрите. А вот может свободную камеру включить. Мышь-то может вот убрать ее немножко. Субтитры, чё субтитры тут? Чё это такое, блядь? Крупнее, что ли, блядь? Конечно, анимация какая-то кривотень. Так, эту девицу мы не пойдем, да, к этой девице? А, свободная камера. Ой, вообще стало, блядь, уродливо снял. Еще хуже стало. Свободная камера. Так, здесь это кто стоит вот? Tracking won't work. Ну это он не нужен, да. Нахер он нужен. Вот, субтитры я сделал покрупнее, отлично, блядь. Чё-то я смотрел там это форм зум, что ли, что-то там. Вот какой-то черт. Yes, but they're merely ideas. In my centuries of life, I've never actually had the pleasure of meeting them face to face. But I can see. They move through the wind. A gentle caress. Ну все, ты накуренная какая-то, нахер ты тоже нужна. То мы сейчас потратим тут время. Без толку. Так, кто у нас? Где у нас этот черт-то нам вонючий? Король ты этот, вонючий, блядь, не у нас. Вот здесь, наверное, вот этот, наверное, бездоденный, нет? Теперь это, он к ним не может подойти, может, с этой стороны? Они же там короли, чертик. Нет, что-то подходит. Вот еще какой-то взял, кстати. I'm humiliated! How dare he!
Вот легенд какой-то, да? Does that mean nothing to him? Why can't he accept that I'm trying my best? You really think so? I'm not sure I care right now. It's never mattered what I wanted. It's my birthright. Or whatever. Mother never shuts up about it. I've always had to be the prince, whether I liked it or not. Now our majesty is throwing it in my face. Пердун старый. Так это он другой был. Король-то где, блядь, этот вонючий король-то? Королёк. Мы с корольком лучшие друзья. Королёк. I too was a partier at his age, but I was much better at carrying heavy stuff and keeping my mouth shut. Так, а может туда вниз это сходить? Чё-то я туда сувался, на этих что ли я тут встреваю, блядь? Нет, туда не идёт этот хорёк. You know, I've seen so many regimes rise and fall that it's difficult to invest. I care for them both. But that little shit has yet to learn that titles are hollow unless he earns them. Ith is one of the best men I've ever seen. His intentions approach a level of purity rarely seen in mortals, though this has caused him intense pain. I believe it was necessary. Теперь короля я не могу дойти. Так, наверное, по карте мне надо смотреть, да? Вон какой-то журнал тут. Ну давайте это пока отложим все, да? Пока не будем тут это копошиться. Посмотрим, игра-то может и не попрет. Как правило, просмотров много, а вот часов мало. Все посмотрели 5 минут и бросили всю затею. Вот эти вот, они что-то, я не могу к ним подойти, к этим хорькам. Вот этот король-то вроде нет. Значит, надо было сначала поговорить с другими, что ли. I must focus on what lies just ahead, instead of dreading conversations necessary when we return home. My wife is going to hate this. Не хватило у них это времени. But I had to do it. Exactly. That's what made this so impossible. My wife, Escotta, and I, we were never able to have more children. Lugaid is so precious to us. We've shown him as much love as we know how. And now this. If I can't be a good father, maybe at least I can be a good king. Свою каюту верните. Почему они там не прибали? Здесь вот нормальный сейчас текст, а там вот ни черта не видать. Ничего я не вижу, там какая-то хренотень. You remind me of my younger self, full of passion but short on knowledge. I can teach you the essentials of combat. Ну, какие-то начались телодвижения после завесонов и всякой дряни. Опа, какой-то гусь репчатый. Магическая, блядь, ворона. Stay with me, my king. I need more Amagin. We can do better than this. How dare you tell me what to do after embarrassing me in front of the Tuatha? Oh, the Tuatha that just attacked us, those Tuatha, huh? Yeah, I'm a wretched bitch for dimming their esteemed opinion off you. Can't believe myself. Эти разговоры только убаюкивают.
Так, сейчас посмотрим, как у нас будет тут все работать. Опа. Вот так, что ли, надо делать-то? Ну все, началось, я че? Он почему-то так сам не бьет. Вот сам он не бьет, вы видите? Когда я направляю вот эту делаю дрянищу, он лупит. Так вот что ли? Гнуть на ноги. Жопой встал. А сам он не бьет почему-то, я не пойму. Почему он сам не бьет? Только через тактическую камеру эту вонючую. Они оба встали, блядь. Замерли оба. Давай обойди его с другой стороны, может он поумнее. Ой, надо сначала камеру. Все, у него электричество кончилось. Боевого бойца, блядь. Опа, и встал, блядь. Нет, ну, я думаю, что игра-то, собственно говоря, возможно, и неплохая, но, ребята, она вся глюченная. И обновление только вышло. Я не знаю, с чем это связано. Еще и ГОК. Вот такие дела. Может, только у меня это такая проблема, я не знаю. Но, ну, как бы это вообще проблема-то. Вы видите, в чем дело-то здесь? Он как бы уже и сдох. Может, вот кого-то здесь пощупать? За титьки помять его? Нет. Это турюк, он завис и все. У него и ни оружия, ничего ни в руках, ничего нет у него. Чуть такое вот я набрал. Это я ударов несколько, что ли, набрал, да? Вот такие дела, значит. Ну чё, игра не идет, ничего не получается. Возможно, может и просмотры бы были, но я ничего не могу сделать. Глюк на глюке. Чего тут? Хотелось бы, конечно, ее посмотреть. Но если будут, посмотрю, если просмотры будут, часы просмотров хоть какие-то, то я, конечно, постараюсь, может, другую часть скачать. Но это вот одна единственная. Больше ничего нету. Ну, заходите на мои каналы, подписывайтесь. Заранее вам всем спасибо. Всего доброго.